В рамках работы волонтерского центра «Единая Россия» Общероссийского народного фронта по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса одинцовские партийцы и молодогвардейцы ежедневно оказывают помощь пенсионерам муниципалитета. Так, за 4 дня с 20 по 23 марта единороссы обзвонили более 800 пожилых людей. Чтобы узнать, в чем они нуждаются, всем, кто принял предложение, активисты помогли купить продукты и лекарства, вызвать врача. Пожилым людям не рекомендуют покидать дома и квартиры до 14 апреля, поэтому волонтерская работа будет продолжена.